Всем большой привет, с вами Полина Холод, и сегодня я снимаю новый обзор полочек. Многим нравятся такие видео, поэтому я снимаю их чаще. Сегодня я буду снимать в Глобусе кучу новогодних новинок, поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Ну что ж, начинаем с игрушек. Здесь у них такие интересные стенды, будут розового цвета, ну типа сделано, видите. Тут вот красного цвета, потом вот тут золотого стоит. А это серебряного. Вот, можно посмотреть игрушки. 50 рублей. Вот такие. Ну, тут в основном пластиковые. Они такие дорогие игрушки в Глобусе. Но зато они интересные. 5 сантиметров. И серебряного, золотого и рыженького. Интересный оттенок. Всякие вот такие милые игрушки. А, вот. Здесь цена 190 рублей 14 сантиметров. Какая милота. Лось. Красивый. Здесь оловянный солдатик. Тут, правда, такие блестки. Вот даже у меня вот осталось сколько много на пальцах. Вот такая милая машинка. Это Мишка. Какой он милый. Вот он в открытом виде. Милый Мишутка. Дед Мороз. Красивый тоже. Но зачем столько блесток делать? И они не закреплены, не понимаю. Ну ладно. Отдельные игрушки, такие шарики, 30 рублей одна штука, 8 сантиметров. За 100 рублей вот такой вот красивый диско-шарик, я бы даже сказала. Он, правда, милый, с чешуйками, симпатично. Также еще есть кексики, 8 сантиметров, 50 рублей. И здесь 3 кексика. То есть это достаточно круто, я считаю, выгодно, потому что их 3. Такие есть красивые, тоже по 3 штучки. Очень красивые, я бы сказала. 70 рублей. Вот такие розового цвета, 50 рублей. Тоже по 3. А, нет, это 2 уже штучки, так я понимаю. Блин, ну, вообще, надо же. Очень красивые. И вот еще диско-шарики. Ну, вообще офигенно. 40 рублей. По 3 штуки. 130 рублей Дед Мороз. 15 сантиметров какой-то. Вот как выглядит. Здесь написано. Ой, какая милота. Это стоит 130 рублей. Розового цвета. Такого интересного. Даже это, знаете, на камере выглядит какой-то не очень красивый оттенок, но в жизни он розовенький, интересный. И вот такой розовый, уже поярче. И здесь сделали такие штучки. Посыпку. Обычные шарики. Тоже милые, если честно, но нет ценника. Вот. По 3 штучки. Вот такие обычные шарики, тоже на них нет ценника почему-то. Набор шариков 270 рублей. И здесь все розового цвета. Круто. На связочке сделано. А вот тут положили конфетки. Такие милые. К сожалению, не смогу достать, очень далеко, но тут вот этот стенд мешает, но они очень милые. Есть еще вот такой набор. Тут непонятно, как-то поставили. 130 рублей, 5 штук. Зеленого цвета. Такие с блестками звездочки. Здесь очень милые игрушки. Вообще. Это 3 бантика на связочке. На такой. 70 рублей. Домики по 70 рублей на связке. 3 штучки. Тоже симпатично. Почему-то все с блестками. Это все сыпется. Не очень приятно, но красиво, да. А, вот эти шарики. Я даже не заметила. 50 рублей. Это одна штучка. Вот. Здесь набор вот эти шарики. Блин, мой любимый цвет. Я бы сделала елку полностью такого темно-синего цвета. Потому что, ну, как бы, вот очень мило и красиво. 130 рублей 6 штук. И зеленого цвета 130 рублей еще. Конечно, обалденно вот это все блестит. За 70 рублей связка с вот такими милыми зелеными игрушками. Вот такие игрушки. 30 рублей. Это одна, точнее, игрушка. Да, одна. Это звездочки и шарики, что ли. Вместе их тут положили. Вот еще звездочки. Темно-синего цвета. Ой, какая красота. 60 рублей стоит. Связка из 3 шариков. Вот такой. И здесь с рисунками. Есть какие-то наборы. Вау, это набор с такими изумрудными. Здесь получается 230 рублей 12 штук. Еще я нашла вот такие бантики. Очень красивые. Голубого цвета.
именно голубой. На камере почему-то он темный. Очень милые, просто очень-очень-очень милые вот такие медвежата. Мне безумно нравится. Только этот какой-то уже раненый. Вот. Милый. Стоит 130 рублей медведь. И вот еще такой медведь. Смотрю, этот уже украшенный. Обалденно выглядит. 200 рублей акция. Совушка. Какая красивая. Тут уже кто-то ее открыл. Посмотреть. Она очень мягкая. Прям вот вязаная, что ли, вот тут вот. Прикольно сделано. А вот это вообще, мне кажется, мне вот прелесть. Это сова с вот такими волосятами. Круто. Цена ее 180 рублей. А еще есть вот такие наборы. Я даже их не заметила сначала. Очень красивые наборы. 900 рублей. Ну, тут ценники видно, я думаю, не стоит озвучивать. Это обалденно выглядит. И отдельно перья продаются. Прям все блестящие. А это 200 рублей. Не знаю, либо связка перьев, походу. Нет, это просто одна веточка столько стоит. Но красиво. А еще я вот тут вот в этом стенде вижу игрушки. Вот такие. По одной штучке получается 13 рублей. Серебряного, золотого, розового цвета. Причем розовый есть яркий, а есть такой нежный. Класс. А, еще зелененький тут где-то лежит, походу, внутри. Вот такие еще наборы классные. Вообще без понятия, сколько это все стоит. 24 штуки, 300 с чем-то рублей, походу. Ну, вообще неудобно они сделали. А, 750 штук, 800 рублей. А вот это, походу, 400, что ли, рублей, 24 да, штуки. Да, 400 рублей. Не очень удобно, вот это все постоянно доставать надо. И купить можно. Ну, можно, но доставать тоже нужно. Это, короче, разные такие наборчики красивые. Тут вот перламутровые с блестками сделали. Вот тут уже темно-синего и серебряного цвета положили разные игрушки. Вот это милая, мне кажется, очень лошадка. Да, вообще такая милота. И стоит это 150 рублей одна штука. Разные игрушки. В основном то же самое, что я показала, только другим цветом. Из интересного еще какие-то снежки, 50 штук, 3 сантиметра. Целый набор. Они мягкие. Я вообще не знаю, для чего. DIY, что ли. Какие-то снежки. Есть птички. Сколько они 250. Стоят? 250. Это... А, вот, да, 253 штуки. Это прикреплять их. Они здесь вот сделаны специально. Красивые, милые птички. Я таких в экспрессе видела, кстати, раньше. Помнишь, продавали их? Mm-hmm. Тоже с такими же перьями. И из интересного еще есть ткань декоративная. 170 рублей. Я подобное, если честно, не видела, что продавали еще в других магазинах. Такая ткань. Можно украсить что-нибудь. Тут вот размер написан. Полиэстер 100%. Ну, это очень красиво выглядит. Здесь много. Вот еще. Есть еще бусы. 8 метров 200 рублей. Вот какая красота, серебряного цвета колокольчики. Есть у них еще такие снежинки. И все. Посмотрите, какая красота. Это ветка новогодняя. Обалденно выглядит. С вот такими маленькими, как будто жемчужинками. Это классно. Достаточно длинная веточка. И вот как выглядит. Здесь еще вот такие игрушки есть по одной штучке. Вот они. Здесь все стоят. Обалденно выглядит. 170 рублей ценничек. Вот тут вот внизу. Красиво, мне кажется. Очень выглядит. А, эти, по-моему, игрушки вон там вот лежали, только это другим цветом. Или чуть-чуть по-другому может выглядеть. Короче, здесь куча блесток, но это мило. Бусы еще есть. По 60 рублей разного цвета. Вот такие бусинки. Красивые достаточно. И есть в коробочках. В коробочках уже подороже. Здесь 8 метров 130 рублей. Обычные бусы. Тоже разных оттенков. Вот такие есть. Я уже показывала, только другого цвета они. Видите, уже тут розового. Такого голубого. Золотого. О, еще вот такие большие бусы. Это вообще обалденно выглядит. Темно-синего цвета. А, и вот такие есть. 2,7 метра. 150 рублей.
чуть поменьше. Еще вот какие-то бусинки дико дорогие. Набор. Здесь получается 500 рублей, 8 штук, 180 сантиметров. Но красиво все равно выглядит. И здесь игрушечки, походу, да, это одна игрушечка. Вау, это снежинки. Как круто выглядит. Еще вот такие какие-то цветочки. Это пластик. Стоит 100 рублей всего лишь за такую красоту. Мне кажется, это недорого. А еще есть балерины. 150 рублей стоит. Кто балетом занимается, можно приобрести. Мне кажется, будет интересно и красиво. Декоративные ягодки. 150 рублей. Вот такие. Смотрите, как интересно выглядит, да? Как будто настоящие. Немножечко реалистично. Ой, и вот такие милые. Вот такие игрушки 130 рублей стоят. С пайетками можно менять цвет. Вот. Круто выглядит вообще. Есть ангел. И вот это вот тоже симпатично выглядит. Какой-то цветочек. Ой, это... этот носочек. И все, да. Хотя там еще, походу, второй такой же стенд. Вообще обалденно выглядит. И можно еще менять оттенок, это вообще модно. 230 рублей стоит вот такое украшение с пером. Представляете, какая красота? Это вот здесь вот висит, внизу. Обалденное перо. Мега красиво на вот такой штучке. Можно повесить. Быстренько вот так пройдусь, чтобы не тянуть время. Есть вот такие еще. Ценники здесь показаны. Игрушки очень разные. Бантики достаточно красивые. Вот такие игрушки недорогие. Цветочки всякие. Их тоже можно повесить. Елочки. Смотрите, здесь какие ногастые персонажи есть. С длинными ногами. Мы вообще с мамой фанатеем от них. И нам они очень нравятся. Конечно, они дорого стоят, но не все. К примеру, вот этот. Сколько вот этот стоит? 700. 700 рублей. Вы представляете? 600, простите. 600. 600 рублей. Где-то тут ценник был. По-моему, вот 600 рублей. Да, фигурка олень. Но есть олень, который сидит, точно такой же. Он сидит. Тоже 600 рублей. 59 сантиметров. Он очень качественно сделан и очень красивый. 50 сантиметров, да, фигурка олень. Но нам вот этот больше понравился. Чуть хотела он взять, стоит. Но она передумала, мы его усыновим. Мы его решили так усыновить. Так он сопливый маленько, как Полинка. Да, да, мне от холода. Аллергия, походу. Я не знаю, как это правильно назвать. Но, в общем, сопливый будет у нас теперь жить. Ухи какие милые у него, точнее, рога. Ну, вообще симпатичные. Держи. Мне вот эта мышь понравилась. Она 1000 рублей, правда, стоит. Но она такая милая, косенькая мышка. И вот это стоит, по-моему, 700 рублей. Да, это 700 рублей мышь стоит, вот это вот. Она мягкая, тоже может стоять. Единственная осталась. А вот эти вот две штучки. Снеговик какой-то тут тоже стоит с длинными ногами. О, снеговик вообще 2500 стоит. Потому что у него ножки вот такие вот железные. Есть еще какие-то вот эти персонажи. Походу, они 800 рублей стоят, достаточно тяжелые. Снеговик такой, снеговик вот такой. Симпатичный. Дед Мороз. Вот тут еще гномы какие-то. Симпатичная декоративная фигурка называется. И вот еще. Вау, вот это мега круто. Мы тоже таких любим персонажей, да? Слушай, да. Мы Снегурочку купили уже, я не знаю, сколько ей лет. Ой, наша Снегурочка, кстати. Похоже очень. Прямо только она у нее на синей вот такая. Цвета, а Дед Мороз красного. Да, и сколько она сейчас стоит? Обалдеть, это как будто как коллекционные куклы. Вы посмотрите, какое у нее лицо. 33 сантиметра Снегурочка. 1400. Это Снегурочка стоит? А я ее хотела еще выкинуть, думаю, старуха. Не стоит. Не, мы покупали свою за копейки. Ну, не так дорого стоило. Дед Мороз еще какой-то. Красивый. Похож красного на нашего цвета, тоже, да. А сколько же он? 2-300? Вот такой есть. Ну, очень мило выглядит. Конечно, они дорогие, но красивые. Вот в коробке стоит красавица. И вот еще сидит. Какой интересный, красивый. Мордашка милая.
Эта фигурка, кто, снеговик, 500 рублей стоит. Не, фиг ли сажать, надо стоячую. Ой, еще светильники. Какие классные светильники. Вот эти елки мне понравились. Елочки, ага. 300 рублей стоит елка, такая 800 рублей. Что, надо покупать, что ли? Ой, милый котик. Слышишь? Им стул надо покупать, чтобы они сидели. Ну, куда кто ты? Как. А вот они что, крутиться должны или нет? Вот он. Ну, нет. Так я их вот поставила, фотографировала. Очень милые. Инстаграм уже выложил. Мне кажется, что это хорек, наверное. Хотя это мышь. Ну, написано, что это плутишка. Вот он как хочешь. Ну, как по мне, это хорек какой-нибудь. Или суслик. В общем, непонятно, но красиво все равно. Вот эти глазки очень милые. Очень-очень красивые. Елка какая-то не очень. Очень много игрушек, которые дамочки, прям ну, симпатичные. Симпатичные. Тоже ценники видно. Похоже, как у Маринки. Какие? Из стали. Она у нее, правда, на лошадке, а это стоячая. Да. Тут уже стенд с стеклянными игрушками. Их достаточно много. Очень милые вот такие. 150 рублей стоят они. Здесь какие-то медвежата, здесь елочка, а наверху еще посыпка сделана. Какие-то красивые вообще. Внутри узоры, здесь сделали по типу снега. 150 еще с какими-то елочками, что ли, там внутри. Да, это елочки интересные. Вот это вот украшение 150, милое. Красивые бутылочки. Кстати, это все может гореть, если сюда батарейки вставить. Походу, да, их тут нет. Но это красивая колба, бутылка. Вот еще какие красивые. Обалдеть. Игрушки, конечно, классные, но тут все на большую елку в основном. Вот еще внизу какие дорогие. Обалдеть. 630 рублей. А, это шар. Не знаю, мне кажется, все-таки, да, это ручная работа, значит, стекло. Очень красиво. Обалденно, большой такой шарик. Есть еще точно такой же, вот, темно-синего цвета, и там фиолетового. Вот такого фиолетового еще цвета есть. Обалденно выглядит. Еще вот такой вот большой вариант. Здесь подсвечник, очень для свечек, для больших. Очень красиво выглядит. Стоит, правда, 550 рублей, но это красиво выглядит по-новогоднему. Есть вот такие подсвечники, 170 рублей подешевле. В общем, как-то так выглядит. Очень много подсвечников. Они красивые такие, разные совершенно. Вот еще тут. Класс. Кто любит свечки? Я вот лично не люблю свечки, но... Подсвечники красивые, можно просто купить и поставить. Где не особо видно, что нужно для свечек. Вот эта вот милота, она для свечки, но если вот так вот поставить, то не особо-то и видно, что для свечки. То есть можно отдельно купить. Цена не такая и дорогая. И вот еще разные свечи. Это прям целый стенд. Вот здесь вот красивые. Я по отдельности не буду показывать, потому что это займет кучу-кучу времени, поэтому я быстренько прохожусь, чтобы хотя бы примерно знать вам цену. Класс. Тут есть такая белка, очень милая белочка за 170 рублей. А тут еще енот. На ценнике вообще енот написан. Тут еще белка есть, есть птица и все. Вот тут еще разные ценники. Короче, зажимы еще есть. Вот такие. Дед Мороз, снеговик. И все. 70 рублей стоит. Веточки разные, красивые. Короче, выглядит классно. Скандинавский стиль вроде как и так называется. Вот такие игрушки тут. Классные, да? Смотрите, какая красота. Здесь просто... Мега красивый. Обалдеть, как выглядит. Это стекло и стоит 100 рублей, серьезно? Я бы даже не поверила, что стекло может столько стоить. Достаточно дешево. Вот еще такие есть, красивые, с перышками. Это вообще шедевр. Фламинго. Я не знаю его цену, но фламинго зачет.
Хотя можно проверить, пикни. Как это будет? 250. 250 рублей. Красивая фламинго. Достаточно милые игрушки, стеклянные наборы, даже целые. 20 штук, 330 рублей. Вау. Очень красивый. Посмотри, да, какая красота. 50 штук, 800. Ну, тут сразу сделали наконечник, вот этот, шарики, бусинки, то есть все сделано сразу. 130 рублей. Mm-hmm. Подарочек из мишуры. Нижний такой. Чем дальше, тем лучше шарики. Вы посмотрите, это шарик прозрачный, но здесь есть рисунок. Очень красивый. Стоит 100 рублей, это стекло, как написано. Вот. И вправду нежные оттенки зеленого цвета, розового цвета. А вот эти 150 рублей вообще. Обалдеть, как выглядит. Да, кстати, здесь елочку уже украсили. То есть это офигеть, как круто. Всякие вот такие елочки искусственные. Обожаю искусственные елки. Вот что мне нравится. Эта елка, она стоит, конечно, 600 рублей 60 сантиметров, но мне нравится, что делают такую посыпку типа снег. Вот, тоже красиво выглядит. 600 рублей. И колбочки, а здесь внутри вот такая красота. Точнее, банки. Классные елочки вот такие вот из каких-то палочек. Стоит 900 рублей. Вот. Но достаточно симпатичные все же, хочу сказать. Здесь еще вот какая-то красота есть. 300 рублей стоит. В общем, елки интересные. Из палочек, правда, но... Ой, еще вот такая красота, какое-то украшение. Тоже из палочек. Ага. Ну, тут елка только, ценник. Во, как выглядит. Симпатично. А, здесь украшения такие вот на дверь, еще куда-нибудь там на стекло можно приклеить. Стоит, в принципе, адекватно для таких больших, но можно и посмотреть в фикс-прайсе, у кого есть этот магазин, чтобы купить, к примеру, не за 200 рублей. А вот тут уже гирлянды. Смотрите, какая красота, они так классно мигают. Хотя нет, в реальной жизни получше будет. Но здесь тоже ничего так. Вот ценники, разные гирлянды. Здесь все под номерами. Вот тут вот номера висят, я думаю, видно. И вот сколько стоит каждая гирлянда под каждым номером. Еще вот интересное. Будет светиться. Это надпись какая-то. Достаточно красивые. Такие. Вот эти с лампочками интересная гирлянда. Вот. Такая интересная. Ой, вот такие фигурки. 2500 олень и мышь, походу. Как написано. Тоже красивые. И кому надо, мишура. Здесь ее достаточно много. Вот цена. Здесь такая мишура достаточно объемная, не лысенькая, хочу сказать, и симпатичная. Смотрите, здесь еще вот такие есть, кто коллекционирует. Вот такой вот точности у нас есть дома шарик. Вот прям его кучу лет назад покупали. Ну, посмотрите, какая цена. Мы покупали за копейки. А что здесь? Рублей тоже 100 с чем-то. Ну, а здесь вот сколько стоит? Ну, так инфляция. Инфляция, да-да. Очень красиво. О, космонавт, кстати говоря. Ну, цены видно, в принципе. Для кого как. Кто любит. Еще вот такие есть наконечники, конусы. Есть билсы шар. Красивые. Мыш, просто мыш. Очень милая. О, это вообще обалденно. Конечно, стоит прилично, но это красиво выглядит. И вот такие милые тут игрушки. Это последний стенд, который покажу. Очень милые, красивые, яркие. Пластиковые игрушки у одной штучки. Вот здесь вот есть такая мышь, она 250 рублей стоит. Красивая. Ой, какие милые конфетки. Я такие видела в каком-то магазине, не помню в каком, но видела.
Еще милый попугайчик. Ой, какая золотая рыбка. Офигеть. Нет цены, к сожалению. А это кто на диете? Не можете кушать? Смотрите. Да. 70 рублей. Так. Макарушки. Или как их там? Макаруны. Есть черепаха милая. А, 300 рублей золотая рыбка. Да, но она очень красивая. Всякие конфетки. А, вот, кстати, фламинго. Здесь ценник есть. Это стекло? Да. Я думала, это пластик. Нет, пластик за 300 не будет. Коньки какие милые. А вот это тоже стекло или чего? Очень симпатичное. Нет, это, наверное, на пластик. Это пластик, скорее всего. Да, пластик. Пластик, у меня темно-синего цвета. Я бы сделала елку темно-синего цвета, было бы шикарно.